Приветствую вас. И вы знаете, здоровый пофигизм – это всегда хорошо. Вообще-то говоря, пофигизм логично и естественно вытекает из органичного разделения ответственности. Значит, людей, когда человек четко определяет, за что ответственен он и за что ответственны другие люди, например. То есть вот вы пишете, что у вас страх не понравится коллегам, так как вы новенька. Понимаете, я, если честно, удивлен вообще, почему вы об этом как-то вот переживаете. Я удивлен, почему вас это волнует. Я удивлен, почему вас это беспокоит. Потому что вам по-хорошему, да, вот по-хорошему, вам нужно, значит, на мой взгляд, заниматься тем, ради чего вы сюда пришли, на работу, в смысле, а именно работу. То есть, занимаетесь работой. Вы пришли не нравиться новеньким. Ой, то есть вы пришли не нравиться коллегам. Вы пришли не доказывать что-то коллегам. Нет, возможно, вы пытаетесь доказать что-то себе. Возможно. Возможно, вы пытаетесь доказать себе, что вы можете, там, например, понравиться людям, что вы, может быть, вы хотите понравиться людям, вот. Но это уже несколько другая история, потому что люди приходят на работу работать, они не приходят нравиться. То есть работа, условно говоря, это не социальный полигон, да? Вот. И таким образом, я надеюсь, вы понимаете, что неважно, понравитесь вы коллегам или нет, вы пришли сюда работать. А нравится вам? Нравится вы будете людям исключительно как сотрудник, знаете, а чтобы быть хорошим сотрудником, нужно, еще раз повторю, да, работать, и работать хорошо. И опять же, не стоит забывать, да, что конкуренцию никто не отменял, да, вот. Что как бы все равно будет конкуренция, все равно будет что-то такое похожее на конкуренцию, то есть без этого все равно не обойдется. И конкуренция — это хорошо, и вам к этому нужно быть готовой. Понимаете? Вот. А так, то, что вы пишете, вот, пришла на работу и боюсь, что не понравилось коллегам, это уже сверхмотивация на самом деле, понравится людям, вот, и работа здесь ни при чем. Боитесь вы, вероятно, не случайно, вы боитесь не случайно, а боитесь вы, возможно, потому что вам действительно не хватает внимание со стороны людей, да, вот, ну, действительно, вам не хватает какого-то вот
какой-то обратной связи от людей. Вот. И вы из-за этого переживаете, возможно, не чувствуете себя значимой и так далее. Вот. То есть у вас есть такое, знаете, как бы так сказать, есть такое провисание по этому моменту, по моменту социальной реализации. Вот так, а провисание это связано с тем, что вы не делаете чего-то искренне. То есть, смотрите, вот сейчас, да, вы пришли на работу. Вы ориентируетесь на кого? Вот именно по работе. Вы на кого ориентируетесь? На людей, других людей, да? Вот. То есть, что это значит? Это значит, что люди для вас являются самоцелью, вот. А люди самоцелью быть не могут, не могут никак, вот. Потому что если люди являются самоцелью, то человек моментально становится зависимым от людей. Вот. А значит, являясь зависимым от людей, человек теряет, свою самодостаточность, вот. А значит, он перестает, грубо говоря, привлекать других. То есть, ну, у него падает ценность, вот. Понимаете, какая история? Поэтому здесь вот так. Если вы хотите, если вы чувствуете, что, что вам необходимо внимание, если вы чувствуете, что вы хотите этого самого внимания к себе, что это можно это корректировать, вот. Но корректировать это можно исключительно только не в рабочее время. То есть должно быть дело, какое-нибудь дело, которое вам нравится, которым вы увлекаетесь, которое вам интересно, которым вы занимаетесь чисто ради вот процесса. Вот. И вы по этому делу, будете пересекаться с другими людьми, вот. И пересекаясь с другими людьми, вы будете заводить связи. Такие связи, такие и только такие связи, которые подходят вам, которые адекватны для вас, вот. Понимаете? Не для кого-то другого, а только для вас. Вот, а пытаться понравиться тем, кому на вас изначально плевать, во-первых, а во-вторых, пытаться понравиться тем, кто пришел работать, ну, вот, в это место. Ну, мне
кажется, на самом деле тут есть некая проблема. Вот так. То есть я надеюсь, что мою мысль вы поняли. Я надеюсь, что именно вот моя мысль вам ясна. Причем обратите внимание, да, что вы не задаете вопрос. То есть вы просто говорите, что пацифизм — это хорошее качество. Да, это хорошее качество. Но дальше-то что? То есть, ну, пофигизм, да, это хорошо, а что дальше? Вы не научитесь, значит, пофигизму, да, пока не будете отделять ответственность свою от ответственности других людей. Вот. Понимаете? То есть тут вот смотрите, если хотите научиться пофигизму, да, разделяйте ответственность. Тогда. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот. Вот так, мне кажется, значит, можно вам ответить. Вот. На этом все. Значит. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад вам помочь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы, значит, сделайте его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации.